В Турции из-за серьезного пожара пострадала одна из главных достопримечательностей Стамбула – старинный вокзал Хайдар-Паша. Это крупнейший железнодорожный узел всего Ближнего Востока и исторический памятник. Замок в неоклассическом стиле был построен по проекту немецких архитекторов более 100 лет назад. Огонь вспыхнул под самой крышей здания, где велись реставрационные работы. Пламя и густой дым были видны за многие километры. Пассажиров тотчас эвакуировали, движение поездов было остановлено. Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы взять ситуацию под контроль. Справиться с огнем помогла близость моря. Замок стоит на берегу пролива Босфор, откуда спасатели качали воду.